Итак, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт в нашем новом, пятом по счету сезоне на версии 3.3.8, и добро пожаловать в шестую, если я не ошибаюсь, по счету серию. И, ребята, в этой серии уже выходит сборочка, вы уже можете зайти в описание, посмотреть, ну, перед этим поставить лайк, конечно же, за сборочку, и скачать ее, и уже, наконец-то, поиграть, и уже будет меньше флуда. Где сборка, Эдисон? Давай сборку. Как видите, я уже немного побегал, я уже немного еще поубивал марипов, и уже достроил, ну, как, достроил это не назовешь, но хотя бы уже какие-то стены я тут сделал вокруг нашего дома. Вот, в принципе, что-то в этом роде у нас получается. Так, тут ровно вообще, вроде ровно. Но я это еще все, конечно, не достроил. Нужно будет достраивать. И плюс к тому, плюс к тому, плюс к тому. 1072, 340 ТП, 1072, 344. Твою ж мать. Перед тем, ребята, как мы что-то начнем делать, я сразу же хочу сказать, что да, да, ребята, я установил мод 3 Capitator, а то меня уже так и достали эти мод. Ну установи ты мод, ну установи ты мод, ну установи ты мод. Я, ребят, даже не понимаю, почему вам так этот мод нужен, то есть я даже не представляю, сколько меня людей просило установить этот мод, то есть установи 3 Capitator, установи 3 Capitator, установи 3 Capitator. А я даже не понимаю, почему, ребята, вам вообще важен так этот мод, я, если честно, вообще не в курсе. Но ладно, так уж и быть, я установил. Вот я еще, может, одного-двух боссов убил. Так, что я хотел пережарить? Это у нас... Нет, это у нас не пожаренное, поэтому можно пережарить. Это сюда. Замечательно. Нам еще, в принципе, нужно кожу, чтобы сделать себе бэкпак. И давайте мы... Ну, в принципе, не сейчас. В следующих сериях мы, наверное, сделаем себе уже другие крылья. Фух, так. Что я хотел? Бам-бам-бам. Один из крыльев мне нужно. Мне нужно для того, чтобы... Ну, 11 крыльев, что я вообще сказал, нафиг? 11 железа мне нужно для того, чтобы потом себе сделать крылья, то есть железные крылья или какие они там. И поэтому сейчас мы их тратить не будем. Так, давайте еще вот это выложим сюда. И нужно потом уже будет что-то думать с фермой априконов, потому что уже, в принципе... Нужно ее потихоньку делать. И там у нас дерево, которое, с которого я уже не знаю, какой раз собираю яблочки. Вот это офигенное дерево, если честно. То есть подошел, собрал себе. Ну, конечно, еще тут не все. Не всем можно яблочки собрать. Но это офигенно вообще дерево. Мод офигенный, ребят, я всем рекомендую, потому что вот так. Зашел в лес, яблоки растут. То есть уже не нужно сбивать миллион раз вот эти листву, да, чтобы яблоки собрать. А уже просто нафиг подошел, собрал и пошел себе дальше гулять. Сейчас, ребята, о другом. Если кто-то помнит, я хотел сделать музей покемонов. То есть, как я это объяснял? Я не знаю, сделаю ли я это сам, своими ресурсами, силами, или я просто-напросто через гейммод его построю. Ну, фиг его знает, может, сам сделаю. Потому что я хочу какой-то нормальный музей сделать, это во-первых. И хочу, знаете, как я объяснял, может, кто-то помнит, может, нет, но я еще раз объясню. То есть, у нас будет музей. Давайте я на секундочку включу гейммод, только, ребята, чтобы вам показать. Вот. Чизел. Да, в принципе, давайте его сразу же себе возьмем, пускай он будет у нас. Смотрите, музей покемонов. В музей покемонов будет добавляться статуя покемона, того покемона, которого мы словили. И плюс к тому, знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать музей покемонов и подписчиков. Как я это реализую? В принципе, я сейчас, ребята, сидел, думал, о, давайте, может, все-таки действительно сделаем музей покемонов. И такой, а может, если музей с под... Просто смотрите, у нас в предыдущем сезоне какая фишка была? У нас была стена подписчиков, то есть... у нас было, угадай, какой покемон, он, в принципе, тоже будет, но сейчас вы сможете просто угадывать его. Как у нас было? То есть человек, который угадал покемона, выбирается там из сколько-то, например, 30 человек участвовало, да, угадали покемона. Из 30 человек выбирались 10 участников, засовывались их, ну, можно сказать, в рандом-машину, да, и она выдавала одного случайного участника, и я его записывал на доску почета, на доску участников, ну, победителей, да, доска подписчиков, можно и так сказать. Но сейчас я так подумал, что не каждый... О, давайте сначала арбок. Что не каждый человек просто попадал в эту доску подписчиков, на доску подписчиков. И может,
были люди, которые действительно хотели туда попасть, но им просто не везло туда попасть, потому что рандом сам выбирал. Сейчас я хочу сделать, чтобы каждый человек мог попасть в этот сезон, в доску почета этого сезона, в доску почета подписчиков, которые меня смотрят, и которые, в принципе, комментируют, ставят лайки и поддерживают меня в этом сезоне. 3000 опыта, нормально. А, и поэтому смотрите, ребята, что я хочу сделать. А почему у нас вот этот маркер? А, вот он. А, и смотрите, ребята, что я хочу сделать. Например, давайте сначала постим, чтобы было утро, и чтобы я спокойненько, простенько мог все объяснить. Вот там еще один босс. Не пропадет ли он случайно? Это кто у нас? Глум. Ну давайте еще сбегаем Глума. Убьем. Смотрите, ребята, как я хочу сделать. Вы, то есть вы, мой подписчик, можете попасть на доску почета и, в принципе, внести свой вклад в пятый сезон. То есть быть в доске почета пятого сезона и, в принципе, ни хрена себе. И, в принципе, навсегда запомнится как зритель пятого сезона. Как это сделать? Как вы можете попасть на доску почета? Сейчас, давайте еще раз попробуем убить матки. Матки, какого... нафиг маткипа. А Глума, ну фиг его знает, вряд ли мы его сможем, а то нас Глум раскидал с одного удара. Так, это у нас кто? Стантлер, нифига себе. А вот он. Вот он, зелененький наш Стантлер. Сейчас, ребята, я покажу, как. Как можно попасть на доску. Не, ну такими темпами, конечно, ты нас убьешь, да и все, нифиг делать. Вот твою мать, а. Вот в таких случаях можно использовать Пукихил, потому что мы так будем просто-напросто каждый раз бегать домой и пытаться что-то сделать, и просто-напросто у нас таки сезон затянется. А если вот так рядом, рядом босс, то можно, в принципе, попытаться его и так убить. Ну, Стантлер, ну чё ты... Вот, наконец, Мунстон, ладно. Вот сейчас, например, мы его убили, нам нужно вылечиться, мы сейчас бежим. А так, если возле нас босс, шайни, легенда, и у нас покемоны мертвые, то можно, например, вылечиться. Чтобы просто-напросто не затягивать сезон, не затягивать вот это все. Ну что, ребята, как попасть в музей покемонов и подписчиков? Сейчас, давайте еще вот этого убьем. Если убьем, конечно, да. Он нас быстрее убьет. Ладно, не будем мы его бить, еще слабенький для этого. Ну, смотрите, ребята, как попасть. Все, что нужно сделать, это просто комментировать видео, ставить лайки, подписываться. И я буду смотреть за каждым активным подписчиком и просто добавлять его в музей. Смотрите, для начала мне нужно сделать музей, я потом, может, где-то его сделаю. И, например, у нас есть Свампер, да, наш первый покемон. Мы будем добавлять в музей только тех покемонов, которые у нас есть. То есть, смотрите, есть у нас Свампер, да, наш первый. Создаем мы его статую, да? Свампер. Вот, Свампер. Это его статуя. Кто не знал, можно создавать статуи покемонов. Вот так. Все. Вот наш Свампер и статуя. О, нифига себе, он голову повернул. Смотрите. Там еще босс, ну ладно, давайте пока что. Это, например, Свампер, да? Наш первый покемон в музее. Сделаем какой-то подиум, то есть наш первый покемон и покемон, который у нас есть. Сделаем какой-то огромный музей, чтобы все покемоны туда стали. Свампер, да? Например, какой-то активный подписчик. Например, подписчика зовут там Игорек, да? Например, о, Игорек прокомментировал одно видео. Я заметил, что Игорек комментирует. Игорек поставил лайк. На втором видео Игорек тоже написал, о, Эдисон, крутое видео. На третьем видео Игорек тоже написал, о, Эдисон, там, спасибо, давай еще видео. На четвертом видео Игорек еще раз написал, о, круто, давай еще одно видео. Я так заметил, что Игорек комментирует, Игорек активный, Игорек хочет еще одно видео, и я его вношу в музей подписчиков. То есть, как я его буду вносить? Есть у нас, например, покемон, да? Наш покемон. Как я внесу Игорька в наш музей подписчиков? А я нажимаю на нашего первого покемона Игорек. И нашего покемона зовут Игорек, да? Вот. То есть я буду вносить музей подписчиков и покемонов, покемона и подписчика тогда, когда я словлю нового покемона. То есть сейчас у нас есть Свампер, да? Вот, например, Свампер. Уже давайте сейчас. В течение нескольких серий я буду смотреть, кто активно ставит лайки, кто активно комментирует. И, например, через пару серий я тут внесу имя активного
подписчика, который комментирует, ставит лайки и комментирует, в принципе, видео, да? И потом, когда тут уже будет у нас имя подписчика на этом покемоне, то следующий подписчик будет внесен в музей подписчиков тогда, когда я словлю еще одного покемона. То есть, например, у меня есть мастербол, да? Вот там Милтанг. Я беру мастербол, кидаю в Милтанг, словлю Милтанг. И я уже делаю сразу же статую Милтанга и вношу... И смотрю в следующих сериях активного подписчика, и потом на имя Милтанги я ставлю имя того подписчика. То есть, можно сказать, мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. То есть, мы вносим и в музей покемонов, которые у нас есть, и также мы вносим в музей подписчиков, имя подписчиков, которые активно принимают участие в обсуждаемости, можно и так сказать, пятого сезона. То есть, активно ставят лайки, активно комментируют, активно, можно сказать, помогают развитию пятого сезона, потому что они дают силы своей поддержкой. И поэтому, ребята, можно сказать, что у нас будет музей покемонов и музей подписчиков. Я уже, надеюсь, я нормально объяснил, потому что, в принципе, я это долго думал, и как это сделать, чтобы и музей покемонов был, и музей подписчиков был. Я сначала хотел, чтобы у нас был отдельно музей покемонов, и потом доска подписчиков, но вот можно сделать сразу и музей подписчиков, и музей покемонов. Ну что, ребята, принимайтесь, активно комментируйте, активно обсуждайте видео, ставьте лайки, и потом в следующих сериях я буду за вами наблюдать, и кто больше всего будет активным на моих видео, кто больше всего будет комментировать, вот тут может появиться ваше имя, вот тут там, я не знаю, Игорёша там, Алёночка, я не знаю, какое у вас там имя. В зависимости, ну, какое имя вы создали, и вы можете оказаться тут, и потом я сделаю просто какой-то огромный музей подписчиков и покемонов, потому что так на улице они стоять не будут. Но все же, я это объяснил, ребята. Это две новости, то есть вы можете и попасть в музей подписчиков, и также скачать сборочку в описании. То есть это две новости в этой серии. Поэтому, ребята, давайте активно обсуждайте видео, активно комментируйте, активно ставьте лайки, и вы сможете попасть на стену подписчиков. Не на стену подписчиков, а в музей подписчиков. Потому что у меня уже даже есть пару претендентов, которых я видел, что они уже давно ставят лайки, давно комментируют и, в принципе, давно обсуждают каждое видео. Но также вы все можете сюда попасть, поэтому, ребята... Тоже старайтесь, пишите комментарии, обсуждайте, и вы сюда тоже сможете попасть. Ну а сейчас, ребята, нам нужно априконы. Или априконы, или словить каких-то новых покемонов, потому что кто-то нам да уже нужен. Может Марипа действительно словить, или давайте, кто нам первый попадется? Ну конечно, Марип первый попадется, но все же. Еще не успел написать, уже там Марип. Марип... Давайте Бульбасаур, Иви, Пикачу. Нет, не Пикачгу, а Пикачу. Вот так. Замечательно. Так, это у нас там кто? Марип. То есть это первые наши покемоны, которых я хочу словить. То есть я хочу Бульбасавра, я хочу какого-то еще другого. Спиров, не взлетай, пожалуйста. Мы тебе сейчас быстренько захреначим по твоим крылышкам. Отлично. Так, ну тут, ну просто то, что тут куча вот этих покемонов, и можно не разобраться, когда кто есть. То есть, может тут пока с Марипа, я уже на него не буду обращать внимания, потому что я буду... Точнее, может это быть Пикачу, а я подумаю, что это Марип, и просто не обращу на это внимания. Поэтому тоже нужно как-то. А тут, знаете, с Марипов еще и Голустон падает, поэтому Марипов и так офигенно убивать. Плюс к тому мы сможем себе сделать, допустим... освещение, да, то есть лампы. И также мы сможем потом сделать себе раркенди, если, конечно, найдем себе кучу золота. Но все же, давайте быстренько сюда потопаем. И уже нужно делать дом. Как я буду делать дом? Мне сначала нужно с помощью мода, который я установил, Трикапитейтер. Давайте сначала. Ай. Ох, это нужно нажимать, нельзя просто зажать кнопку, и оно пойдет в самый вот сюда, в конец. Как я буду... Точнее, какой я пол буду делать? Мне нужен пол с ели.
Не пол съели, а пол съели. Только я не знаю, где ели. Ну, давайте, допустим... Ну, вот она. Минус 1100, 700. Минус 1100, 85, 700. Сейчас я уже могу так телепортироваться на большую высоту, потому что вот, смотрите, хренакси, мы даже не умираем, потому что у нас есть крылья, которые нас медленно спускают. Так, это у нас там кто? Это у нас тренерок какой-то. Яички. Там у нас босс. Ух, охренеть, ребят, это долго будет с этим, с этим топором. Охренеть. Ну, в принципе, это, ну, смотрите, он у нас каменный, поэтому и долго. Но все же, более-менее. А другой топор я себе не хочу делать. В том смысле, я не хочу себе делать железный топор, только потому что у нас как раз есть 11 вот этих железа, которые мне пригодятся. Потому что я как раз 11 железа себе насобирал и оставил для того, чтобы в дальнейшем, то есть в следующих сериях, сделать себе железные крылья. Поэтому... нужно это сэкономить. Сейчас мы, ребята, уже, наверное, домой пойдем. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Сначала мы добудем еще себе немного дерева, чтобы сделать себе пол. Быстренько тпхаемся туда, где у нас стоит кровать. Берем кровать и тпхаемся к нашему... Хотя нет, не тпхаемся к нашему дому, потому что у нас дома еще нету хилки. Это хреново. Из саблеев не падает, не падают алмазы, как я заметил, или просто там шанс настолько маленький сделали, чтобы упали алмазы, что просто они вообще не падают. Или я, если честно, даже не знаю. Поэтому, чтобы сделать себе еще одну хилку домой, нужно алмазы. А чтобы достать алмазы, нам нужно будет пойти в шахту. Поэтому в следующих сериях мы, может, даже пойдем в шахту. А, все у нас уже нету... Ну да, у нас уже нету, ну, прочности на нашем топорике. Давайте еще это дерево доломаем и идем домой. Отлично. Фу. Так, вот тут еще есть немного. Пропустил. Ой, я случайно, это я случайно, ребята. Давайте вот. Вылечи из-за того, что случилось. Хотя он и так был вылечен, поэтому пофиг, если честно. Ух, напугал меня. К этим статуям еще привыкнуть нужно. Что там? Это статуя, а не настоящий покемон, да? Так, покушать у нас есть что-то? А только мясика. И вот это забираем. Так. Минус 260. То есть, не минус, не минус, а 260, 75, 240. Замечательно. Так. Ну, давайте себе сделаем вот тут пол. Вот так. Отлично. Ну, проставим как-то сначала вот так, потому что если... Ой, потому что, если честно, сначала даже не знаю, какой у нас пол будет. Наверное, просто обычный вот с, это, с этих досок. Доски как раз эти нормальные, то есть они сочетаются с белой шерстью, с булыжником. И, в принципе, такой текстурпак, что они даже не очень тем... Хотя, ну, в принципе, достаточно темно выглядят, но все же нормально так сочетаются. Ай, случайно. Так. Вот так, отлично. Вот давайте еще так себе сделаем. Дальше. Да, что-то все взял в руку, но не то, что нужно. Так. Отлично. Это что у нас? Кукурудза. Аспарагус. Вот это я даже не представляю, что это такое. Вот эти названия овощей... Английский название овощей я вообще не в курсе, если честно. Я даже это не учил, потому что, не знаю, мне как-то это не нужно было, название овощей. Ну вот это аспарагус. Чё-то вообще может быть. Не представляю даже. Оно как-то и выглядит так в Майнкрафте, знаете, что даже представить нельзя. Так. Вот эта трава твою фуражку мешает реально поставить вот блоки, потому что они ставятся не вместо травы, а ставятся на траву. Ну и случайно я сам иногда ставлю. Бамбушотти. Так, это сюда. Давайте еще сделаем, в принципе, потому что мы уже сделали два стака. Вроде кажется, что много, но не хватает. Вот видите, вот это, когда ставится поверх другого блока, это из-за травы. А вот когда
Твою же мать. Или когда я случайно хочу ставить вместо травы, оно не ставится, и поэтому ставится на другой блок. Тоже как-то немного кончено. Вот. Да твою ж. Надеюсь, нам хватит. Хватит, хватит. Для первого этажа хватит. Я не знаю, вообще буду я делать второй этаж. Может, это будет не второй этаж, а просто крыша, где у нас будут тоже сохраняться какие-то ресурсы, потому что вряд ли тут у нас поместится склад. Нам нужно еще сделать окна. А как я буду делать окна? Мне кажется, тут нормально подойдут или темные окна, то есть черные, ну или обычные белые, но фиг его знает, потом посмотрим. Ну вот такой у нас уже, ребята, домик получился. То есть тут еще будут у нас или комната, или тут ступеньки на крышу. Это мы потом посмотрим. Вот так. Фух. Вроде все. Смотри, сколько у нас уже болов. Давайте еще, знаете что, давайте еще быстренько сбегаем в лес. То есть, может, вдруг там реально Бульбасар будет. Посмотрим. И нужно себе сделать, знаете что, ботиночки, то есть на скорость бега. Потому что, я не знаю, совместится ли это, например, взять ботиночки на скорость бега, да, и взять крылья. То есть мы, наверное, будем еще даже быстрее летать, мне так кажется. Фиг его, знаете, мне просто сказали, нужно будет потом вот это попробовать. Может, действительно, мы еще и быстрее бегать сможем. Давайте еще, знаете, вот сюда быстренько пробежимся, вот в этот большой лес, и посмотрим, что там есть. Может, кто у нас... Бульбасавр, Иви, Пикачу. Вдруг заспавнится, и вдруг мы ее даже словим. Его или ее Иви там. Сейчас посмотрим. А в следующих сериях, ребята, мы уже возле дома где-то начнем себе выращивать априконы, потому что уже пора, то есть уже давным-давно нужно было начинать выращивать априконы для того, чтобы делать себе... Опа! Пикачу, ну... Какой он уровень нафиг? 31, вы чё, с ума сошли, твою мать? Дайте мне 10 уровня, Пикачу, а не 31. Опа. О, 10 уровень. Русаринг. Ох, ребята, надеемся, что мы его словим. У нас мастерболов, каких мастерболов, у нас болов толком-то нету, чтобы его словить. А бить я его даже не могу, потому что он умрет. Вот там еще кто-то заспавнится, может, это Пикачу тоже. Спортбол, ультрабол. Ну, давайте ультрабол. Если он не словится, ребята, то тогда валим. И, в принципе, в следующих сериях мы начинаем уже. Отлично! Ребята, наш второй покемон. Это кто? Пикачу? Пикачу. Замечательно. Ну да, Пикачу уже тупо можно убирать. Замечательно. Мы еще, ребята, под конец серии словили Пикачу. Это как малина, да, наверное, вот это все. Raspberry, Blackberry, Strawberry, да, клубника, малина, походу. Отлично, то есть этот мод, ребята, очень прикольный, я действительно его тоже советую, потому что он очень крутой и очень много еды добавляет. И, в принципе, ребята, мы себе, наверное, потом будем делать фермы вот этих деревьев, яблоки, ананасы даже будем делать, что там еще есть, бананы, может, даже есть всякие. Inventory is full. Ладно, я понял. Потому что там очень много всяких деревьев. Давайте я только, ребята, посмотрю. Только посмотрю. Я не буду это брать, просто мне самому интересно. Сливы, персики, грейпфрут, кокону, лимон есть. Манго есть. Оливки даже есть. Лайм есть. Охренеть, ребята. Если вы хотите, чтобы мы выращивали, делали себе фермы всяких деревьев, ребята, ставьте лайки, потому что это действительно крутой просто мод. Тут можно много чего делать, выращивать себе еду не так, как обычно это делают, да, то есть там, вот это, как это, морковка, да, и вот это все. Тут действительно можно себе и деревья делать, и всякое такое, это действительно очень классно. Было бы офигенно, если бы мы нашли глиняный биом. Потому что это было бы действительно классно. Мы бы словили себе и метанга, и райхорна. Но его пока что нету. Я не нашел. Так. Давайте домой. И на этом, ребята, заканчиваем. У нас есть еще один Пикачу. Давайте же сразу сделаем его. Вот сюда наш Чизел. Пикачу. Апдейт. Ой, нет, обычный,
Вот. Вот так. И тут тоже имя одного из подписчиков, который активно принимает участие в обсуждении. Вот, отлично, повернул голову. Вот так им нужно повертать головы. Ну что, ребята, если хотите, чтобы эти покемоны носили ваши имя, или то, чтобы вы попали в этот... в музей покемонов и подписчиков, то, ребята, ставьте лайки, комментируйте каждое видео. Я буду следить за всеми подписчиками. Если кто-то действительно принимает активное участие в комментировании, то я просто его буду записывать, запоминать и потом вносить в стену. Не в стену, а просто вносить его имя в покемонов. И тем самым вы запомнитесь навсегда. Ну как навсегда, вы запомнитесь в пятом сезоне как активный подписчик, который принимал участие в его развитии. Или, например, не или, например, а если, например, вы не знаете, что писать, да, то есть вы не знаете, что написать, то просто пишите, например, хочу быть Маткипом, не, хочу быть Свампертом, да, то есть хотите, чтобы ваше имя тут было, и вы не знаете, как прокомментировать видео, то есть не знаете, что написать, да, то хочу быть Свампертом, или там хочу быть Пикачу, и если вы даже вот так будете комментировать каждое видео, то я вас запомню и потом внесу ваше имя другим покемонам. Ну все, ребята, давайте на этом заканчивать. Старайтесь, то есть можете попасть сюда, комментируйте, также можете скачивать уже сборочку, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте комментировать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.